место в народе называется Святые Горы, и это название уже известно с 14 века. Но ведь горы святыми сами по себе быть не могут. Святыми горы делает человек святостью своей жизни. И, как правило, монастырям у нас на Руси соответствуют прекрасные такие места, красивые, именно по своему природному характеру. И вот Святогорье особо этим отличается. Горы, поросшие лесами, холмы, перелески, Донец, наконец, скалы меловые. Все это настолько живописно, настолько такую красоту и гармонию составляет. И наводит мысль, почему же, как правило, монастыри строились в таких именно красивых, пустынных, но красивых, прекрасных местах по природе. Но мне думается просто потому, что, во-первых, если место красиво на земле, то я думаю, что на нем сказывается особая любовь Божия к этому месту, что Господь является украсителем всей земли. И поэтому Он, наверное, из любви к этому месту сугубо его украшает какой-то красотой природы и все. И это несмотря на то, что земля является всего лишь каким-то жалким отображением красоты этого Царствия Небесного. Ведь это место епитимии для человека, место наказания изгнанного человека из рая. И Господь все равно человека так утешает красотой места. И монахи, наверное, видя какую-то природную красоту места, познавали, что на этом месте есть и благоволение Божие, и любовь к этому месту особая. Наверное, на этом месте и поселялись, чтобы стяжать сюда, на это место, еще сугубую милость, благодать такую Господню, силу Господню, да, своими молитвами. Привлечь как бы Божие внимание сугубо к этому месту. И это место, оно привлекает человека не только природной красотой. Ведь многие верующие приезжают сюда и говорят: батюшка, вот раз побывал во Святых Горах, и уже еще раз приехать хочется, и третий раз тянет, и четвертый раз, и уже жить без этого места не могу. Кажется, почему? Да, потому что тянет не только красота природы, тянет еще та благодать, которая присутствует, которая молитвами, которая мученической кровью, которая пролита на эту землю, стяжала эту благодать сюда, к этому месту. Сугубо. В наше время сейчас часто рассуждает о монашестве, да, о его истинности в церкви, нужности его в церкви, в обществе вообще. Но дело в том, что монашество было учреждено еще по слову Христову. Когда к нему пришел один юноша с вопросом, как спастись. И на совет Христов соблюдать заповеди, он сказал: Господи, все это я сохранил от юности моей. И тогда Господь ему говорит: аще хочешь и совершен быть, продашь имение твое, дашь нищим, и вслед мне гряди. Вот это есть те, наверное, слова, которые положили основание монашества. Аще хочешь и совершен быть. То есть желание совершенства духовного, исполнение такого христианского совершенства в человеке, которое его подвигает постоянно к чему-то лучшему и лучшему, это и есть монашество. Бесплодно ли монашество само по себе? Я думаю, не бесплодно, потому что наша история Руси Святой, великие примеры монашества знает, которые восхваляют и как патриотов Отечества, и как великих писателей, поэтов своего времени. Здесь тоже летописи, слово полку Игоря, и все это было составлено в монастырях, Патевской, Лаврентьевской летописи. Знаменитый Нестор Киево-Печерской лавры и другие угодники Божия, Сергий Радонежский, Серафим Саровский. Какова польза монашества, прежде всего? Почему монахи уединялись? Неужели по такому какому-то эгоистическому чувству желания личного спасения? Нет. Настоящий смысл в том, что его точно выразил Серафим Саровский: спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Вот это и есть исполнение монашества, что человек спасает свою душу. И вот к чистой его душе
проторенному уже им пути спасения, как к живительному источнику уже стремятся другие христиане, чтобы почерпнуть той живительной воды благодати, поучиться у того человека спасению. Ведь идеал на Руси человека не просто нравственного был, человека духовного. Ведь часто мы говорим, например, слово «спасибо», забывая, что мы под этим подразумеваем. Ведь само слово «спасибо» — это уже сокращенное от словосочетания «спаси Бог». А в церкви до сих пор благодарят так: «спаси Господи», «спаси Бог», «спаси Христос». Это высшая форма благодарения была на Руси, святое желание спасения. Монашество было идеалом таким христианства. Почему? И миряне, и князья, и бояре уже на смертном одре, в старину от века до 17-го, это повсеместно было принято, все принимали монашество. Или кто-то в старости уходил в монастырь, как мы, княгиню Ефросинью, супругу князя Дмитрия Донского, сам Дмитрий Донской, Александр Невский, приняли монашество уже на смертном одре. И множество других таких знаменательных исторических личностей. Иоанн Грозный даже принял монашество с именем Ионы на смертном одре. Борис Годунов. Монашество было идеалом. Является идеалом и сейчас для православного христианина. Ведь почему люди сейчас и едут в монастыри? Казалось бы, есть свои приходские церкви. Так, такая же служба служится. Может, даже лучше, и хора может лучше, и условия лучше, и дом рядом вроде отдохнул, пошел и помолился. А люди на монастыре на сеновале ночуют. И условий таких для молитвы особых нету. Служим сейчас в пещерных храмах во время реставрации Успенского собора. А людей сюда тянет что-то, едут. Почему? Потому что я же говорю, что монашество для православного русского человека всегда являлось идеалом такой христианской жизни. И монашество можно сравнить с чем? С сухими колями на винограднике. Вроде не бесплодным, как таковые плода не приносят последующие, как говорят, что ж, семьи нет, детей нет. Но вот пока коли сухие виноградники стоят, и виноградные лозы на них держатся, и плетутся, и плод приносят. А уберите коли, рухнет весь виноград в грязь. Да и виноград весь загнил. Да и от виноградника ничего не останется просто. Вот по сути вот это монашество, наверное, является теми сухими колями, которые поддерживают виноградник нашего общества, не дают ему окончательно еще сгнить. Ведь само монашество говорит о том, что наше общество еще живо духовно, а не умерло. И чудо то, что оно не просто живо, еще возрождается. Потому что в нашей обители до 50 насельников, и средний возраст всех это до 30 лет. Ведь это чудо, потому что братья уходят из семей не церковных, не верующих, часто уходят с такими неприятными какими-то семейными сценами, уходят в монастырь, что-то их сюда тянет. Русь святая жива, духовно. И поедешь по Востоку, там ни революции, ни переворотов, ни войн таковых не было, ни потрясений, каковы были у нас, ни гонений таковых. А вот и монастыри все целые, и святыни все целые. На монастырях по 15, а то и по одному человеку, по 2 человека живет на Востоке, в Греции, в монастырях. А у нас на Руси какое-то потепление мгновенное буквально. Несколько лет прошло, года тысячелетия крещения Руси, и уже более сотни монастырей у нас по лицу земли русской. И в каждом монастыре вот так собираются насельники, как в нашем. Молодежь собирается и часто сами не могут дать себе отчет, почему они здесь собрались, что их сюда именно привело, почему они сюда пришли. Вот пришли и знают, что их место тут. А почему? Это, конечно, одному Богу известно, потому что Господь говорит, никто не может прийти ко мне, а еще не отец мой приведет ее. И действительно, водительством Божьим так люди собираются. А потом уже, когда человек, как после князя Владимира говорили, когда вкусил сладкого, он никогда уже не захочет горького. Ну, сейчас у нас собралось около 50 человек, братья живые. Работы у нас не проворот. Сейчас взялись реставрацию Успенского собора, потому что этот собор в 50-х годах был переделан под клуб санаторский. Ну, и бетонные перекрытия вставлены, под потолками перегорожены, все позабелены, иконы замазаны, заштукатурены. И вот служили мы пока в таком, как один старец нас приезжал, отец Зосима, говорит, в советском коробе. Потому что из внутреннего объема храма было сделано такое квадратное помещение, в нем расставлены сиденья для просмотра кинофильма. И экран был натянут. И первая служба на Успение здесь совершалась без иконостаса. Престол стоял посреди храма, море народу было. Да, наверное, где-то около более 2000.
Как раз я тогда приезжал, еще служил иеромонахом на Краснолиманском приходе здесь, в соседнем райцентре. Мы приезжали, хора не было. Пели так, сводные батюшки съехались. Вот, пели. Устроенность, конечно, очень большая была. Поначалу монахи в Успенском соборе и жили, первые насельники, обители на раскладушках. Потом уже впоследствии отдали корпуса, которые были предназначены под снос. В этих корпусах сейчас внутренний ремонт сделали, отопление провели. Так в ноябре месяце одетые спали первое время, пока отопление было сделано. Двери навесили. Сейчас еще внешнее благоустройство обители, конечно. Главное, это, конечно, проблема, это реставрация нашего Успенского собора. Прямо сейчас мимо церковочки проходишь, она как сирота стоит. В связи с реставрацией сейчас службы там не проходят. Так она вроде как покинута. Так скорее уже хочется туда, чтобы опять стала молитвы под сводами собора уже. Очищенного от этих оков таких бетонных. Зазвучали слова молитвы опять, чтобы... Ну, внешнее возрождение обители, конечно, хочется и этого, чтобы колокола затрезвонили все святогорские. А самое главное, внутреннее хочется возрождение обители, потому что здесь ведь было старчество, преемственное от глинских старцев. Потому что второе открытие обители в 1840-х годах, это было благодаря ученикам старца Филарета Глинского, знаменитого подвижника благочестия 19 века, который целую плеяду старцев воспитал. И вот 12 его ближайших учеников, верные его заветам старческим, они перешли сюда, основавшие обитель. И вот именно, поскольку они сами твердо стояли на пути спасения, поэтому и к ним собралось такое мощное братство, буквально за 70 лет существования, до 22 года, в этой обители уже было более 600 насельников. А ежедневно в обители бесплатно кормилось 3000 паломников. А в праздники до 15 тысяч, до 20 было одних только причастников в обители. Хочется внутреннего такого возрождения просто обители. Устава, духовной жизни, монашеского такого какого-то чисто опыта возрождения. Что собрались так сбору по Сосенкину, все, тот с того прихода, тот с того прихода. Собрало, конечно, всех стремление так, к единому, ко Христу. Но еще надо самим над собой очень много работать. И работать так, чтобы забывать самого себя ради обители работать. Подписывайтесь на канал Свято-Успенской Святогорской Лавры и следите за нашими новостями на официальном сайте и в социальных сетях.